Доброго времени суток, уважаемые друзья, зовут меня Перпетум или же Александр, и сейчас мы с вами поиграем в игру All Guns on Deck, и в этой игре ни много ни мало нужно будет захватить мир, и делать я буду это с помощью корабля, который я буду всячески улучшать, прокачивать, и в общем-то основная фишка игры в том, что мне нужно будет управлять командой корабля, кого-то отправлять на орудие, кого-то отправлять на ремонт и так далее, и мне кажется выйдет довольно-таки круто. Так, ну, конечно же, вначале мне нужно создать своего командира и выбрать цвет униформы. Ну, парень выглядит, конечно, достойно, но цвет кожи у него немного странный. Я не знаю, что с ним. Может быть, он уже мертв. Ну, давайте выберем обычный цвет лица. Униформа будет красного цвета, цвета агрессии, чтобы все боялись. И да, да, да. И сейчас нужно выбрать несколько перков. Ну, блин, я даже не знаю. Давайте возьмем дополнительный корабль и дополнительные пушки. Ну и ладно, дополнительного чувака. Поехали. Отлично. Все начинается с обучения. И вот мой грозный красный корабль. А врагов пока нету. Ну, давайте. Вот и враг, я понял, это пришелец. Хотя мне казалось, что я буду сражаться с людьми. Я ведь все-таки должен захватить мир, по идее. Воу, я понял. Вот моя команда, и нужно отправлять ее на ремонт. Так ведь? Да, действительно это так. Я отправил всех чуваков на ремонт корабля. И теперь корабль вражеский, космический, не может пробить обшивку, я так понимаю. Ага, еще двух нужно отправить на оружие. Окей, и начинайте. Фух, ну теперь-то тебе уже не сладко, теперь-то ты уже... Хотя ничего не изменилось, он как херачил меня, так и продолжает херачить. Оба-на, на перезарядку нужны тоже люди. Блин, тут абсолютно на каждую систему нужно отправлять матросов, и мне кажется, это круто. Еще один матрос. Теперь нужно создать пожарника. Окей, давай, хорошо. Пожарный принимается за работу, и что дальше? Где здоровье моего врага? Почему они стреляют бесконечно, а ему хоть бы хны? Нужен еще один матрос. Видимо, дыра в обшивке, и кто нам нужен? Нам нужен велдер какой-то. Хорошо. Видимо, он как раз-таки будет заниматься ремонтом. По всей видимости, это сварщик. Отлично. И чего теперь мне не хватает? Вроде бы все должно быть хорошо. Ну, ремонтируй. Вари. И да, вся вода ушла. Хорошо. И что дальше? Я все понимаю, все хорошо, но может его нужно переставить сюда? Да, действительно это сработало. Еще одного матроса нужно отправить на управление. Или нет, не матроса. Это какой-то новый чувак. Тэгхед какой-то. Давайте посмотрим, где он. Вот он, хорошо. И мой корабль укомплектован, все? Кто это вылетел, а? Что это за чувак? Привет. Ой-ой-ой-ой, он тоже начинает метелить меня. Офигеть. Прыгают какие-то парни странные и начинают просто мочить корабли. И... Черт. А-а-а, я могу управлять пушками. Хорошо. Ну и что? Уничтожу я его или нет? Нет, меня просто взорвали. Хорошо. Ну, в принципе, с управлением я разобрался, с самой механикой тоже. И теперь нужно захватывать мир. Но прежде я оказался в каком-то городке. Что у нас здесь? Я понимаю. Видимо, в этом городке нужно будет заниматься покупкой новых матросов, покупкой новых кораблей, строительством и так далее. Хорошо. Ну, давайте, наверное, начнем со строительства корабля. Ведь это все-таки главный герой этой игры. Давайте посмотрим, что мы можем создать. Да. Я... Генерал, и ты должен меня пустить. Хорошо, он меня пустил, и вот мой корабль. Да, не густо, я могу пока на корабль установить только одну пушку. И как бы круто это не было, но одной пушки будет явно недостаточно. Хотя, стоп, у меня есть еще какие-то корабли. Оба-на! На этот корабль можно установить сразу три пушки, хорошо. А сюда? Сюда только две. Ну, мне кажется, выбор очевиден. Это корабль с тремя пушками. И... Поставлю пушку такую, поставлю еще одну такую и поставлю что-нибудь помощнее, побольше. Ну, все, хорошо. Завершили строительство, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я же сказал, все, иди сюда.
Давайте посмотрим, что можно сделать в бараках. Может быть, можно нанять более мощных воинов, более мощных матросов. А? Матросики, вы тут? Ага, для матросов, конечно, нужны деньги. Никто бесплатно работать не собирается, а денег этих самых у меня нет. Ну ладно, давайте отправимся в море. Может быть, я смогу немного попиратствовать и заработать копеечку. Может быть, сокровища меня уже ждут. И, кстати, мир такой непонятный. Вроде бы это как бы и 19 век, а вроде бы и нет. Видимо, это тоже стимпанковская игра. В последнее время стало их уж очень много. Да-да-да-да-да, мне дадут 1000 дублонов за выполнение миссии, я так понимаю. Хорошо, поплыли. Да-да-да-да-да. Фух, можно отправляться на выполнение миссии. И я сразу их несколько вижу. Какой-то гигантский омар ломает мир. Что с этим миром не так? Пришельцы нападают, гигантские омары вылазят из земли. Хотя это не омар. Кто это вообще, я не знаю. Этот мир сошел с ума. Но ничего, даже этот мир можно захватить. И даже здесь можно получать удовольствие от захвата мира. Что ж, давайте посмотрим, смогу я что-то сделать или нет. Поехали. И враги нападут через 5 секунд. Это будут пришельцы, я полагаю. И... Нет, это обычные самолеты. Странно, я вроде бы... Команду вновь нужно расставить. Я понял. Хотя, наверное, 3 человек не будет хватать для того, чтобы полностью корабль нормально функционировал. 9 самолетов, а у меня всего лишь, блин... Ну ладно, давайте еще на эту пушку поставим. И у меня всего лишь 3 матроса. Куда делась вся моя гигантская армия? Я не могу понять. Ну, 2 пушки, одна из них не может перезаряжаться. Это тоже очень-очень грустно. Фух, как быть. Ну, давайте попробую сам пострелять. Может быть, я буду более метко стрелять, потому что пушки по умолчанию стреляют уж как-то слишком грустно. Давай. 1 сбил, хорошо. Еще осталось 6. Блин, честно говоря, ручное управление здесь не очень. Не сразу все пушки стреляют, но все равно помогает. 4 самолета. Давай. О-о-о-о! Вместо парашютиста на землю упали только кишки. И еще раз. Хорошо. И еще одного. 2 самолета. Давай. И еще один сбитый самолет. Бах! Хорошо. Стоп. Что, это не все? Блин, мой корабль дико поврежден. У меня нет ремонтников, чтобы этот корабль восстанавливать. Ладно, давайте возьмем одного. Попробуем поставить его сюда. Может быть, я успею уничтожить врагов до того, как мой корабль потонет. Потому что, скорее всего, это произойдет очень-очень-очень-очень скоро. Извините, ребята, что я нажал паузу. Просто я очень-очень-очень сильно хотел чихнуть. И еле-еле сдерживался. А чихать на запись, мне кажется, это не камильфо. Но, блин, ну елки-палки, а. Ладно. Мне нужно нанять себе команду, потому что мне тупо не хватает команды. И где ее взять, если у меня нету денег? Я, честно говоря, не знаю. Да? А, нет, денежки появились, и хорошо. Я сразу на все деньги нанял себе воинов. И теперь гребаные воздушные суда вражеские не смогут мне ничего не сделать. Надеюсь. Хотя со временем наверняка они будут пожестче. А что, если всю игру мне придется сражаться лишь с самолетами? Это было бы довольно печально. Хотя, если учитывать, что фишка игры как раз-таки в управлении, может быть, это будет нормально. И да. На этом месте, на этом круге теперь не один, не 2 отряда, а 1. Видимо, цифра обозначает количество вражеских отрядов. Да, 1 я уничтожил, и 1, по идее, остался. Все верно. Хорошо. Так, теперь сколько у меня? 6 матросов. Свободных. Отлично, я сразу смогу активировать все свои пушки. Шикарно. А оставшихся матросов я, пожалуй, отправлю как раз-таки на ремонт корабля. Да. И если вдруг будет пожар или пробоина, я просто смогу переквалифицировать своих матросов в пожарного или, например, в сварщика. Так что, по идее, теперь все должно быть хорошо. Так, а если ручное управление? Давай. Хорошо. Еще один самолет. Хорошо. Нужно стрелять на опережение, и тогда все самолеты будут разбиты. И еще один последний. Да. На самом деле все довольно просто, если у тебя много пушек и нормальное количество матросов.
Окей, можно, в принципе, наверное, не возвращаться в порт, а сразу отправиться на выполнение следующей миссии. Да? Хорошо. Так, сколько мне дадут денег, мне интересно. И кого я встречу сейчас? Неужто это опять будут просто вражеские бомбардировщики? Хотелось бы какого-то разнообразия, потому что игра мне нравится все больше и больше. Я уже просто без ума от нее. Давно я хотел увидеть что-то подобное. Хорошо, один, второй. Ребята, давайте, давайте, летайте кучнее. Ха! Зачем они пытаются вообще выжить? Грёбаные парашютисты пытаются упасть и начать стрелять в мой корабль, хотя наверняка, если они будут использовать обычное оружие, обычные винтовки или автоматы, они не смогут пробить корабль. Но практика показывает другое. Они, когда падают, приземляются на корабль и начинают стрелять и наносят много урона. Давай, ну последний, последний самолет. Все, хорошо, волна номер два. Давайте, я готов. Мои матросы тоже готовы, они готовы отдать жизнь за меня. Надеюсь, а может быть они... рано или поздно меня предадут. Но нет, 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 этого не случится. Минус самолет. Минус второй самолет. Ага, 8 штук аж. Ну давай, 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 стреляй. Да елки-палки. Не всегда почему-то пушки стреляют туда, куда я показываю. Оп. И давай, 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 оп. Ах, когда они ускоряются, по ним, по всей видимости, попасть нельзя. Так, еще 5 самолетов. Ох, затягивается, затягивается битва, битву нельзя затягивать. Блин. Давай, давай, ты. А-а-а! Сдохни уже. Отлично, отлично, и последнее, отлично. Ух, всех уничтожил, и 1100, шикарно. Ну а теперь, думаю, можно вернуться уже на базу и посмотреть, что я могу прикупить. У меня 1500 дублонов, и, наверное... Знаете, наверное, я потрачу их на покупку команды, почему бы и нет. Команда все-таки решает здесь, и от команды зависит очень-очень многое. Хотя нет, нет, я сначала все-таки схожу в магазин и посмотрю, что можно еще прикупить. Может быть, я смогу купить улучшенный корабль или пушки покруче. Хотя меня и мои пушки, в принципе, устраивают, только меткости немного не хватает. А так все просто шикарно. Такс. И корабли. Сколько стоит этот корабль? Этот корабль стоит 10 тысяч. Нормально, нормально, нормально. Я начинаю уже грустить. 35 тысяч. 5 тысяч. Ну, 5 тысяч еще куда ни шло. Хотя, опять же, заработать я эти деньги... Опа-па, опа-па. Какой-то непонятный корабль. Стоп, давайте купим его. Я хочу посмотреть, что это за он. Выглядит он, по-моему, довольно круто, как корабль-призрак какой-то. Но прежде чем я пойду и сконструирую его, я лучше куплю еще несколько матросов. От матросов зависит моя победа, и только от них. Давай. На все деньги. Сегодня мы гуляем. 14 матросов, зашибенно. Так. И, ну беги быстрее. Ты же командир, елки-палки. Давай. Вот он этот корабль. Такс. Я на этот корабль могу установить только две пушки, но выглядит он очень круто, безумно круто. Если бы еще корабли можно было прокачивать, было бы супер. Но, к сожалению, нет. Нет, нет, мой корабль все-таки лучше. Где он? Вот он. Да, хотя у этого корабля здоровья больше. Пожалуй, возьму его, да. Возьму его, он в два раза толще. Следовательно, я успею сделать в два раза больше выстрелов, а это всегда очень-очень-очень круто. Давай, и думаю, в принципе, на этом, ребята, можно остановиться. Если игру я проходить не собираюсь, затягивать я тоже смысла не вижу. В общем-то, вот такая вот игра, и, по-моему, она очень-очень-очень крутая. Дальше, скорее всего, будет круче, я бы еще с удовольствием в нее поиграл. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч, всем удачи и всем пока.